Здравствуйте, я Филипп, и сегодня мы проведем экскурсию камней. Вот. Экскурсию камней? Да, экскурсию камней. Так называется, ну, загадочное название. Вот. Попрошу пройти сюда. Здесь будут на полу представлены камни, и вот здесь, которые я собирал лично. То есть, никакие там коллекции, это вот лично моя коллекция. Я собирал ее прям сам. Ходил, так сказать, на раскопки делал. Вот здесь, почему эти камни стоят на пьедестале, так сказать, потому что здесь особые камни. Непонятно, какой-то природный, как алмаз гигантский. Вот. Потом, следующий камень, если присмотреться, можно увидеть отпечаток какого-то животного. Да, действительно. Вот. Потом, очень мелкий гранит, который ценится дороже обычного гранита, потому что он мелкозернистый, ну и встречается в природе редко. Потом, камни вот необычные, они как прозрачные, если вот смотреть так. Вот. Камень, который блестит на солнце. Ну да, действительно. Вот. Жилистый. Да. Вот. Ну и непонятно какой. Смешанный тут и белый камень, и какой-то, какая-то порода интересная. Вот. Потом камень. Непонятно. Такое впечатление, будто бы он в воде провел несколько поколений. И будто бы каждое изменение водоема отражалось на этом камне, как уровни. Вот. Ну и хит-программа. Камень, который похож на розочку, если присмотреться, так пофантазировать. Вот. Да. А вот здесь представлена коллекция, которую я уже собирал с помощью всяких фирм, так назовем. Вот. И вот хочу обратить ваше внимание. Помните, я говорил про камень вот только что, который похож на розочку? Да. Вот, у меня в коллекции есть камень, который называется пустынная роза. Да, очень красивый. Вот. Если интересует что-то, могу показать поближе. А вот голубой камень, он тот крайний. Какой, вот этот? Нет, он тот вот. Вот этот. Этот камень у нас голубой агат. Круто. Вот. Потом, вот этот вот камень, как вы думаете, это камень или кусок отполированного металла? Это металл. Да нет, это камень. А что, как называется? Называется гематит. Вообще круто. Родом из Бразилии. Вот. Потом могу представить замечательную коллекцию китайских камней. Made in China. Вот. Камни почти одинаковые. Родом из Китая. Оба. Имеют такой золотой оттенок. Цвет. Да. И как называются? Так. Один перит, другой арес, но пират. Ого. Да сам язык сломаешь, когда что-то не видишь. Так, что бы еще показать? Могу потом показать очень замечательный камень. Вот он. Что за камень? Слюда. А. Вот. Ну, можно даже так назвать. Покажу вам парочку, так сказать, как кристаллов. Они похожи все на кристаллы, но их можно назвать так. Да, крутые камни. И, так сказать, гвоздь нашей программы. Ух ты! И как называется? Аметист. Да. Вообще супер. Вот, потом есть еще зелененький такой камешек. Ну, это, так сказать, не гвоздь, но все равно хороший камень. Вот. Потом очень интересный камень, вот он, увесистый. Гетит. Там железа, наверное, много очень. Наверное. Тяжелый? Вот. Да, тяжелый. Точно. Вот тоже очень интересный камень. Яшма. Да. Так, что будет? Камень одной и той же разновидности. Сердолик. Но представляет себя в разных обличиях часто. Ого.
еще вот этот сердолик можно спутать с красной яшмой. Да, похоже чем-то. Так, потом могу показать вам целестин. Камень из Мадагаскара. Вот. И замечательный камешек цианид. Цианид. Ядовитый, что ли? Наверное. Ну да. Вот, потом очень красивый камень. Вообще круто. Имитация бирюзы. Да. Потом вот камень, вот этот вот, красный гипс. Если его на ощупь попробовать, то он как маслянистый будет. Вот. Потом вот камень называется окаменелое дерево из Индонезии. Действительно. Как ствол. Да. Вот, в разрезе. А реально. Потом, чтобы еще показать. Покажу, у меня замечательный камень, называется агат. Очень красивый. С прожилкой синего цвета, такой желтый. Да. Вот. Потом, хочу обратить ваше внимание на этот. Здесь я могу показать вам прекрасный камень. Если присмотреться, то он раскрашен. Даже вот как-то не верится, что это природой создано. Угу. За счет того, что он отшлифованный. Да. Вот. Я хочу показать вам камень, который похож на большой алмаз. Вот. Но это не алмаз вовсе. Сейчас я вам скажу. Называется кварц. Кварц. Ну да. Прям из чего делают стекла. Потом хочу показать вам тоже еще камень. Аметист. Вы смотрите, здесь он отполированный. Вот сравните. Тоже аметист. Вот два аметиста. Угу. Похоже, похоже. Вот. Только здесь он отполированный. И здесь его все роскоши. Да, убрали. Да. А здесь они припарали. Вот. Потом хочу показать вам камни, которые отполировали как бы в виде круглых. Вот. Вот это желтый кальцит. Это розовый кварц. Ну, а это у нас желтая яшма. Один и тот же камень, обсидиан, но в разных формах. Вот. Это, наверное, больше как в природе, он только отполированный встречается. А это вот его уже... В форме пирамиды. Да. Вот. Потом... Вот, тоже я вам уже показывал. Видите, это тигровый глаз называется, а это железный тигровый глаз. Вот. Ну, мне кажется, они ничем не отличаются. Что тут ну, можно... наверное, по химическому составу все-таки как-то отличаются. Наверное. Так, потом. Вот интересный камушек мне нравится. Амазонит. Угу. Вот. Ну и покажу оставшиеся пирамидки, так сказать. Вот. Это сейчас почитаем, что это. Это вот у нас голубой кварц. Угу. И зеленый кварцит. Видите, как много разновидностей? Вот. Потом, вот мы можем наблюдать один и тот же камень, но по-разному обработанный. Гематит, который похож. Тут он на металл похож, но тут он тоже, но тут более небрежно обработан. Ну да, понятно. Вот. Вот еще очень интересный камень садолит. Вот. И если как бы вынести коллекцию на свет, то я думаю, я замечу больше интересных камней, так сказать. Вот. Жеода.
хочу вам сказать, вот очень звёздный камень. Халькопирит. Халькопирит. Зубы, зуб сломаешь. Так. Ну, это камушки, я думаю, больше. Вот, нет, вот. Мне нравится хальцедон. Видите, он как... Давайте, я сейчас достану. У нас нет эпоха. Видите, он как будто бы там что-то такое пенилось, как. Ну да. Вот. Потом. Что еще можно показать? Замечательные такие камешки. Вот. Обращаемся к первой камешке. Вот. Ну здесь мы вроде бы все видели. Вот хочу. Горит. Интересный камень. Ага. Вот, потом. Вот, смотрите. Вот, розовый кварц. Такой вот, как в природе можно видеть. А вот, отполированный. Ну, да. Потом. Давайте вот посмотрим. Оранжевый кальцит. Очень интересный камень. Есть еще камень тигровый глаз. Вот, да. Видите, как глаз? Да. Так, потом. Мы видели с вами азурит? Ну, не помню уже. Ну, тоже прикольный. Да. Очень интересный камень. Вот. Потом, вот камень. Фуксит. Похожий чем-то на новогоднюю такую. Мишура такая блестит на солнце. Вот. Ну, да. Давайте обратимся к ней. Наши камни. Так. Что бы здесь можно такого источника показать? Ну, давайте вот посмотрим. Берилл. Желтенький такой камешек. Вот. Полупрозрачный. Да. Его можно найти в Бразилии. Интересно. Вот, очень интересный магнетический камень. Можно спутать, наверное, с застывшим цементом или бетоном, вот, который уже несколько лет провел в земле. Вот, тоже из Бразилии. Вот. Но в основном меня поражают камни, которые, сейчас вспомню. Они, наверное, из Мадагаскара. Вот. Эти камни можно встретить у нас. Вот в этой полосочке, значит. Сейчас я поставлю все камни, которые из Мадагаскара. Ну вот два камня из Мадагаскара. Вот. Это тут Мадагаскар. Вот тут вот, Мадагаскар Конго, а тут Мадагаскар Пакистан. Вот. Это гранат. Вот. Ну этот камень мы с вами уже видели. Молодцы. Вот, потом, вот у меня есть два камня, которые родом в Италии. Вот, танк, наверное, название уже не часто слышится. И оливин. Вот, не знаю, за что заслужил такое название. Вот, может, наверное, напоминает цвет оливкового масла. Да, наверное, да, зеленый. Вот. Потом, что еще хочу показать? Вот камень. Нет, это не с вами уже нет. Показать, очень хороший камень. Вот, апатит. Ты его смотрел? Так. Вот. Ну давайте посмотрим еще гранит. Тоже зелененький цвет. Тут в основном в этой коллекции, если обратите внимание, чаще всего встречаются камни зеленого цвета. Вот. Ну ладно, давайте заканчивать на этом наш выпуск. Вот. Как появятся новые камни, вы об этом узнаете первыми, обещаю. До свидания. Спасибо, до свидания.